полет Diamond Storm. На втором месте прелесть Кавказ, на третьем карамель Кавказ, на четвертом принц Фаус, на пятом месте Балагур. Скачку ведет Diamond Storm. На втором месте прелесть Кавказ, тут же карамель Кавказ. На четвертом месте Балагур, на пятом принц Фауст. 400 метров пройдено за 28,2 секунды. Скачку ведет Diamond Storm. На втором месте прелесть Кавказ. На третьем месте Балагур. На четвертом карамель Кавказ. На пятом месте принц Фауст. Лидирует Diamond Storm. На втором месте прелесть Кавказ. На третьем месте Балагур. На четвертом принц Фауст. На пятом месте карамель Кавказ. 500 метров пройдено за 34,1 секунды. Впереди Diamond Storm, на втором месте прелесть Кавказ, на третьем месте принц Фауст. На первое место выходит прелесть Кавказ, на втором месте Diamond Storm. На третьем месте принц Фауст, на четвертом Балагур. Скачку ведет прелесть Кавказ, на втором месте Diamond Storm. На третьем принц Фауст, на четвертом Балагур. И впереди прелесть Кавказ. Мерзадек Капушев. Мастер-тренер Мурат Баранкулов. С кобылой прелесть Кавказ. Прелесть Кавказ принадлежит Хайкумы за Гельмиру. Победителя награждают генеральный директор УАО «Росиподромы» Николай Васильевич Исаков. Кавалер знака шахтерской славы трех степеней, почетный шахтер России, председатель российского представительства международного чемпионата «Формула Е» Валентин Петрович Бухтаяров, основатель международного чемпионата «Формула Е» Энрике Бануэлос, начальник управления производственной деятельностью УАО «Российские подромы» Татьяна Моисеева.